Я все-таки хотела выступить в защиту специализированных предприятий, где вот, ну, которые созданы руками людей с инвалидностью, где, ну, скажем так, действительно очень многое происходит. Я хочу сказать, что я знаю лично очень многие вот такие предприятия, тех людей, кто там работает. И коллега выступающий, он же не сказал, дайте нам все там льготы и так далее. Он сказал, помогите нам, включите нас в периметр вот этой программы повышения производительности труда. Мы хотим также работать эффективно, мы хотим помощи там, методической, образовательной и так далее, для того, чтобы вот, ну, напитаться. Поэтому я хочу сказать, что важно и то, и другое. И то, что в нашей стране происходит, очень много хорошего. И как раз вот конкурс профмастерства для людей с инвалидностью «Обилимпикс» вот действительно нацелен на это. И наша с вами задача, в том числе общественников, говорить, обсуждать с крупными корпорациями, с крупнейшим, средним, малым бизнесом, чтобы люди, работодатели, знаете, не то чтобы не боялись, а считали престижным, знаете, вот пусть хайп будет, вот слово хайп молодежное, да, за то, чтобы вот профессиональных людей с инвалидностью брать на работу, потому что это люди, ну, замечательные, ну, я вот хочу сказать.